it going, keep it moving on from yesterday. From yesterday. So level up, level up. There's no time to waste. No time to waste. Yeah, we going, keep it moving on from yesterday. You know what? Yeah, we going level up. Из раза в раз автор не привносит ничего нового в ролике, лишь заменяя арсенал оскорблений и их количество. Это обычный токсичный поток длиной в 30-40 минут, который не несет в себе ничего интересного. Так бы сказал или уже говорит какой-нибудь доморощенный сноб, который хочет блеска и элитарности от вкладки Dark RP, которая по факту представляет собой фавелы Гаррис Мода. Именно здесь процент гнилых людей зашкаливает, и каждый прошлый болван заменяется новым. Таким людям в принципе не интересно такая проблема, как буллинг. Вы называете это душниловым, ну разницы нету, есть вопрос. Как этому противостоять в соло, будучи обычным игроком? Для кого-то, возможно, не новость, но иногда оказывается так, лишь иногда, что если у тебя нету никакой донатной привилегии, то фактически ничего ты человеку сделать не сможешь. Но да ладно, не будем о плохом, будем о хуёвом. Меня не было в Dark RP достаточно долгое время, около недели для Гаррис Мода это очень много. За это время серваки в этой вкладки Dark RP очень сильно застарились донатными уродами. Пора чистить. И вот они реально думают, что этот голос подходит под голос ребенка. Я даже не понимаю, что он говорит. Он издает просто, подлять, поток звуков каких-то. Что я должен на это вообще говорить, реагировать? Как на эту хуйню? На это я еще понимаю, как реагировать, но на эти ебанутые звуки нет. Пиздец, просто, блять, башка нахуй взорвется от их голоса, отвечаю. В итоге я немножечко побегал на серваке, встал в ВФК, чтобы почитать правила дон администрации, и пока я просто стоял в ВФК, какой-то долбоеб решил очень классной идеей подойти и начать размахивать ножом. Правила дон администрации надо бы почекать. Ну ты, блять, ебанат конченый, зачем ты это сделал? Огненькие, огненькие, погнали на моя. Гнида ебаная. Вот а кого я убил, я не понимаю тоже. Просто пиздец. Тут будет очень много пояснялого, поэтому, пожалуйста, готовьтесь и не ругайтесь. Я тут встретил одного местного проповедника и накидал ему немножечко денег. Как, однако, сидит город некогда многолюдный, он стал как вдова великий международный князь. Надо было с ним сделан, да, никому горе. Кровь плачет, он лазит слезы, его наладник его. Не пишите, если любители его, все друзья его, змеи ему с дерева, когда не любит. Его докрасилось по причине без своей одежды, вставил его себе в среде. Мне 22 года, чем я занимаюсь? Я... жертвую деньги на богослужение, на постройку божьего дома какому-то бомжу в онлайн-игре, который читает проповедь. Кому расскажешь, блядь, не поймут же, то что это прикол. Скажет, ебанутый чел какой-то. Про меня, в смысле. А что тут такое? Ну, РП Банклав, там кто-то бежит. Не, ребят, немножечко пропустили. Там к этому проповеднику прибежала какая-то обезьяна и начала ему натурально, намеренно мешать просто этим заниматься. Зачем? Ну, ответ один простой, как и было в видосике на Боброграде. Ну, потому что гондон тупой, вот и все. Вот вам весь ответ, ребят. Большего знать не нужно. Далее у нас завязывается РП-процесс, совсем обыкновенный, который всем уже привычен на Dark RP. Но что-то задело самолюбие нашего долбоеба, и он решил поабузить админочкой. Входящий в сеть его там заболел, что они вступали в собрание твое. Весь народ его вздыхает, сейчас влево ты... Не мешайте, пожалуйста, человеку. В ушу, в заре, господи, смотри, как я унижен. Что ты делаешь? Вы мешаете проповеди. Что ты делаешь, Боже. Вопрос? Зачем я тазер бить? Вы не слушаетесь то, что я говорю вам. Вопрос? Не мешайте еще раз и все. Мешайте еще раз, НРП, бандисмур.
Какой бан 10 минут, что ты несешь? Ты не слушаешься приказов полицейского, о чем речь? Ну, РБ, а именно ударили меня тайзером без причин, когда я не убегал и не сопротивлялся. Если вы не согласны, так а в чем нон РП здесь? Жалобу на форум. Я тебе уже объяснил. Не, ну, ты не объяснил нормально, ты сказал то, что я тебя тайзером ударил. Ты бы так жалобы принимал, 8 минут висит. Эх, я еще раз тебе говорю, ты будешь забанен, последний раз говорю, ты будешь забанен на 10 минут повышения, но на РП, так, а именно вы ударили. Ты не слушаешься приказов причин, полицейского и в тупую лезешь, так провоцируешь на конфликт. Если вам что-то не нравится, пишите жалобы на форум. А, так ты просто игноришь, да? Меня без причины тайзером ударил. Без причины. Причина моего бана не то, что высосана из пальца. Я не знаю еще другую часть тела, которая в разы меньше. Ну, блин, может фаланга пальца, еще меньше что-нибудь придумайте. Вот именно оттуда причина для моего бана и была высосана. Нашего донатного гондона, конечно же, не устроило, что кто-то посмел ему помешать доебывать людей, которые просто занимаются своими делами и никого не трогают. Нужно же доебаться до кого-то, нужно же, не знаю, проблем кому-то создать. Что в итоге ему выходит по нарушениям в данный момент? Это только админобус. А почему админобус? Ну, во-первых, потому что он выдал наказание, не соответствующее моему нарушению ни разу. Я нон-РП не нарушил тем, что я его ударил шокером, но это бред. А также то, что он закончил РП-процесс, который ему абсолютно не выгоден, а именно вот эта вот посадка в тюрьму и то, что я его ударил шокером. Ну, конечно, кому вообще в здравом уме захочется, будучи админом донатным, садиться по правилам всем в тюрьму по РП от челика с випкой? В итоге я выхожу из бана и снова встречаю его на том же самом месте. Насчет доната на этом серваке, особо крупных промо у меня нету, да и в принципе никогда не водилось, но кое-какую классную штуку мне все-таки предоставили. И гондон писклявый. А именно, промокод для новых игроков. Если у вас наиграно меньше 10 часов, то вы можете сюда открыть на F1 менюшку доната, нажать промокод и вписать... Ой, блядь, не то. И вписать New 100. У вас появится еще чуть-чуть больше валюты, и вы сможете ей воспользоваться. Поэтому, ребята, кто новый игрок, залетайте и берите халяву. Что там по законам? Оскорбление госов, арест, для бизнеса нужна лицуха, цена 2 миллиона, вы ебанулись. Законы 2.6 не распространяются на гос, бегать по дороге, арест, курение, парение запрещено, бомжи, дети во время КЧ должны быть на вокзале, нарушение, арест. Прыгать на улице нельзя, бегать тоже, курение, парение запрещено и нужно находиться на вокзале в КЧ. Приходите к мэрии на митинг за свободную торговлю наркотиками. Алло! Сон, нахуй. К стене. К стене, раз, два. А, куда? Что я сделал? Оскорбление госсотрудника. Запрещено прыгать. Это на все улицу. Идут, зашибись, все. Короче, кто прыгает, тому пизда. И без моего братого, если ты не уперевечен, то вы стали подавить. Браток, читай за нас всех, да. Твои все злобы, посуди с ними, как ты. Поступил со мной за грехи мои, ведь тяжкий стон мои, сердце мое изнемогает. По смерти Моисея, раба Господня, Господи Иисуса, Сын мой, служить Моисея, Моисей, раб мой, умер, так и смотреть впереди, Иордан сей ты, и видеть народ сей, землю, которую я им, сыном Израилевым, всякое место, на которое стоит особо наших ног, я даю вам, Господи, Моисея. Прекратите толкать человека. К стене встаньте. По причине. Рукоприкладство в сторону госсотрудника. Дернитесь куда-то, арестую сразу. Это не совсем нормально, брать и толкать просто так полицейского, провоцируя его на конфликт. Закон где? Какой закон? Закон где? Закон, что нельзя толкать. А, хорошо, вы залезли к этому как раз таки проповеднику. Каким образом? Вы запрыгнули что? На этот ящик, прыгать нельзя. Что нельзя? Вы прыгнули, чтобы залезть на этот ящик. Прыгать в городе запрещено, за это арест. И что? Рукоприкладство в сторону госсотрудника. Прыгать в городе запрещено? Читайте законы, пожалуйста. Рукоприкладство? Где закон? Где закон? Пизда тебе, Яша. Ну, хорошо. Держи, друг, еще, держи, держи, читай дальше, держи. Ладно, ждем, что мне за пизда будет? Я что, в секс-шоп, что ли, позвонил? Алло, здравствуйте, вам пизда.
Ну что он сделает? Ну он забанит меня. Окей, что будет? Я действую исходя из законов, ребят. В итоге наш ебанат не нашел ничего лучше, чем просто заебать одного игрока, чтобы он ливнул сервера. Вот и все. Вы представляете, какой игрок на випе охуевший, как он посмел вообще доебаться до донатного администратора? Ну это вообще кем надо быть? И нет бы я отдавал какую-то сумму каждые 5 минут ему и его же скваду из-за ограбления, которыми они пытаются меня терроризировать, чтобы выжить сервака, это бы еще куда бы ни шло. Но нет, все куда интереснее. Он нашел какого-то долбоеба подсвинка, такого же, как он по уму, и сказал ему, типа, давай я буду тебе давать каждый раз на одного и того же человека заказы, и ты их будешь делать, не выпуская его со спавна. Они, недолго думая... В смысле, не думая? Они, блять, они ж не думают вообще, когда что-то делают. Короче, они пришли к такой вот авантюре, что будут террорить меня постоянными заказами. Фактически, я не могу играть на серваке, просто потому что сидеть на спавне такой себе геймплей. Ты ничего не можешь сделать, просто потому что на сервере есть два додика, которые на тебя обиделись. Вы, наверное, зададитесь вопросом, но есть же, наверное, правило, которое ограничивает такое поведение и как-то его регулирует, а то даже запрещает. Нет, нету здесь такого правила, которое тебе запрещает гнобить какого-то определенного игрока, чтобы он впоследствии ливнул сервака. Поэтому ты можешь гнобить здесь пытаться кого угодно, но только не нарушая правила. Охуенная внутренняя политика среди игроков и отношения их друг с другом. Месяц. И Бубова не знает никакое слово. Ты сама не сказала, если я рабака своей добыли, мне сам убил. Вот не ангел, сам же Мария не ели, подвела им. Рано, это твой город и удивил. Встал с домом Захарей, пересыл ей совет, куда я слышал, слышал, куда я с Мария заравла на день почерей ее, и сеет исполнить этого духа. Заказ на меня сделал. Ну я же, блядь, не тупой, я понимаю, что вот он стоит, ждет, когда заказ можно сделать. Яша, как дела? Ой-ой-ой, умер. Я еще раз возьмет. Окей. Ой, Яшка, а что ты тут стал? Ой. Ну, скорее всего, еще и третий раз. А что это такое? А что ты делаешь, а? Что ты делаешь? Да я не знаю, меня убил. Что ты делаешь? Зачем ты двух берешь? Что ты делаешь? Третий подряд заказ. Это уже три было заказа. Сейчас будет 4. Радословие Иисус Христа, Сына Давида, Сына Промоградилась, Кайса Крадилась. Читай. И вы израл, Фамира родилась, Раиса Промоградилась. Ой, умер! Как так человечек умер-то? Ой-ой-ой. Что, Яшик, этот, умираешь, да? Ну как тебе нравится играть? Яшик. Яшка. Ну чего? Я игру просто сворачиваю. Нравится тебе? Ну выйди с вокзала. Ну и что? Что? Ну пойдем. Ой! Умер! Ну вот оно скотина распалило гений этой игры. А чтобы меня просто по одному и тому же заказу 300 раз убивали, а смысл? Здорово. Ну иди, да, выходи, конечно. С вокзала, Яша. Чё ты стоишь? Яш, и выходи с вокзала, выходи. Не мне. Это какой раз должен был быть? Самый примитивный вариант, как можно решать эту проблему? Ой, полицейский, идемте. После стоп-кадра немного затрясется экран. Это значит, что меня кто-то пытался вытолкнуть со спавна, а это нарушение определенного правила. Гринзон Абуз запрещает так делать, и вот у него теперь еще одно нарушение, провокация других игроков на нарушение правил. В этом случае с его подачки его же подсос нарушил правила Гринзон Абуза. А зачем ты меня выталкиваешь-то со спавна? А меня, получается, я не могу со спавна выйти, на меня постоянно один и тот же человек заказы делает. Ну, это вполне возможно такое, типа, это никак не считается на НРП или там еще что-нибудь. Но я не могу со спавна выйти, я не могу здесь играть. А, смотрите, ну, я увидел там то, что много заказов один и тот же человек сделал. Там. Так.
сейчас Абэма, и один и тот же человек, получается, выполнял заказы. Ну да, ну, я не в знаю, курсе. Это никак не считается на НРП или что-то еще. А я со спавна ж не могу выйти вообще. Там просто суть в том, то, что я человека арестовал за дело. Он обиделся на это и начал меня заказывать по 300 раз по новой. Ну чё, хочет, пусть заказывает, типа. Ну, в общем, то, что я и говорил немного ранее. Тут реально можно так гнобить людей. Никаких правил вы не нарушите. Поэтому вперед, ищите самого конченного игрока и просто выживайте его сервера до тех пор, пока он не пойдет просто жаловаться администраторам, чтобы, сука, это правило добавили. Ну, блин, это ж некрасиво. Ну, а вы представьте то, что на моем месте может быть какой-нибудь обычный игрок. Я как раз-таки себя на место обычного игрока в первую очередь и ставлю. Вы думаете, я просто так не беру какие-нибудь, там, не знаю, привилегии в самом начале и пытаюсь без них что-то сделать. Ну вот подумайте, это что ли красиво? Вот так себя вести по отношению к игрокам? Просто, блядь, заебывать какого-то челика, чтобы он нахуй ливнул сервера? Ладно, чем мы все о плохом да о плохом? Давайте поговорим о возможном решении такой проблемы. Ну что с этим делать? Вариант первый, да и, наверное, единственный, пересматривать демку и находить хотя бы какую-то зацепку к какому-то нарушению, чтобы потом подать комплексную, одну здоровую жалобу с кучей нарушенных правил у этого полуфабриката. Да и тем более по опыту прошлых роликов на Вейзере половина из того, что я предъявляю администраторам или же игрокам, которые нарушают, нарушением тут не является, хотя, сука, в правилах прописано то, что вот если вот так-то кто-то сделал, то это будет нарушение, но мне потом говорят, это не нарушение. Поэтому собираем камни на абсолютно разные претензии, авось какая-нибудь из них сработает, да будет наказание. Незадолго до этого админа я проводил жалобу с другим, где жаловался на его нарушение FIR-RP. Я приказывал ему с тазером не трогать другого человека, но он это все игнорил. Какое мы нарушение отсюда получили? Он воспользовался тем, то, что у меня нету демки, и наврал администратору, сказав, что я ему ничего не говорил. Некрасиво ли это по отношению к какому-нибудь обычному игроку, который просто проводит время на серваке? Да, конечно. А по отношению к нему? Нисколько. Да и тем более правила меня в этом нисколечко не сковывают. Но есть одно но. Если челик нарушил и с момента его нарушения прошла неделя, то это нарушение уже недействительно. Ну а теперь переходим к, собственно, самой жалобе, где он нарушил обман администрации. Здравствуйте, Абэма, на вас жалоба за админобус. Угу. Смотрите, вы забанили человека на то, что он ударил с тайзером. Он говорит, что он неоднократно вам говорил «не толкайте», вы продолжали толкать. Из-за этого он ударил вас тайзером. То есть у вас неподчинение. Вы, ну вот... Да. Нет, а вы его забанили. Такого не было. А как было? Яш, у вас я толкал. Он тайзернул. Я не убегал и не сопротивлялся. Яша, демонстрация имеется у вас? Ну, смотрите, если у вас не имеется демонстрация экрана, жалоба закрою, потому что доказать никак не могу. Он может рассказать совершенно другую версию. Он пишет, что он не сопротивлялся никак. Демки нету, все по плану, все нормально, но демка-то у меня есть на самом деле, но так быстро палиться нахуй надо. Теперь, когда у нас уже есть полный список его нарушений, которые у вас сейчас появятся на экранах, а также демки на руках, которые это все подтверждают, мы можем спокойно подавать жалобу и разбираться с этим. В данный момент я просто стою и жду, пока у него закончится другая жалоба, в которой он как раз таки и пожаловался на каких-то челиков. Особенно удивительно в этом моменте то, что на этой жалобе у него есть абсолютно на все доказательства из того, что он предъявляет другим игрокам. Даже какое бы это ни было маленькое нарушение и незначительное, на все есть демка. Поскольку мне не особо страшен бан на каком-то серваке, на котором я снимаю, но думаю, все нормально отнесутся к тому, что если мне надо снять видео, мне снимут абсолютно любой бан. Что мы помним из начала ролика, он прямо таки явно воспользовался админской привилегией ради своей выгоды. Так почему бы мне не воспользоваться своими ютуберскими ради своей? Вытаскиваем у него еще одно нарушение, а именно оскорбительное поведение, которое будет тоже и у меня, но по щелчку пальцев у меня его может и не быть. Слушай, а пока они разговаривают, может, ты мне тоже объяснишь, что у вас произошло-то? Тут что-то прям много людей пришло. Ты что ты лезешь, блядь? Идите нахуй отсюда. Закрой ебало свое. Абэми угомонись. Ебаник, ты закрой. Иначе что а будет? А что не лезут нахуй? Иначе что жалобы, будет? Что ты сделаешь, если не закрою? Ой, еще раз что-то скажешь, я напишу жалобу на помеху. Пиши. Да не администратор, который ведет разборку, и администратор, который ведет разборку. Попустился, блядь, червяк ебаный.
Ах, блин. Идем, ПБ. Ебальник закрой, тебе что сказать? Иначе что будет? Что ты сделаешь? Жалобу напишешь, поплачешь? Никчемный кусок хуйни, блядь. Ну что, этот раз тут не будешь чем говорить? У вас поведение X3. Зафиксировали. Хочешь, я тебе 10к дам и слушай дальше? Мы после жалобы встретимся. О, боже. Опять ты 6 раз меня закажешь у одного и того же долбоеба. Ну-ну-ну. Ой, обиделся, видимо. На что обиделся? Ты отсюда сейчас не выйдешь. Значит, у тебя нарушение ОСК поведения X3. Все доказательства у меня есть. Будешь забанен на 1 день. 3 раза оскорбил меня во время разборок. Так ты тоже. У тебя тоже так выходит. У меня не X3, я тебе там 1-2 раза оскорбил, все. Нет, ты еще 3-й раз оскорбил, как-то мне было реально обидно, правда. Мне реально, ну, досадно было это слышать свой адрес, поэтому там 3 раза у тебя точно. Ну, ты что-то там про обиду какую-то говорил, вот это было, да, неприятно слышать, плюс еще, когда ты говоришь, иди нахуй. Хорошо. Вот, так что у тебя тоже 3 оскорбления, вот. Дальше что? Голос похож на кое-кого, конечно, ну, ладно. Как жаль, что это единственное, что ты можешь сказать. Ладно, короче, тогда зову уже... Уткина, пусть выписывает тебе бан. Будешь забанен на 1 день в течение воскресенья? Не, не забанишь. Попустился, блядь, червяк ебучий. Че ты там, X4? Нах ты оскорбляешь, ублюдок. Контуженный хуесос, блядь. Эй, у тебя даже нет доказательств, что я тебя толкал. Нету доказательств. Это ничего не было. А если я тебе скажу, что Стич демку уже видел? Помимо него другой админ. Че ты на это скажешь? Опять промычишь какую-то хуйню. Где я тебя толкал в гринзоне, да? Где я толкал тебя в гринзоне, да? Нет, меня выталкивал не совсем он, а тот челик, у которого он меня заказывал 6 раз подряд. Если гнобить челиков исключительно по правилам, то тут вполне себе навязывается провокация на нарушение правил другими игроками. А что он тогда нарушил? Гринзон абуз. Запрещено выталкивать челиков со спавна для того, чтобы с ними что-то сделать. Того долбоеба-ассасина никто не заставлял выполнять столько раз заказа на одного человека, а тем более выталкивать меня со спавна, чтобы выполнить очередной заказ. Но все же с чьей подачи это было сделано, сами подумайте. Все они видели, они все видели. Что, ну да, ублюдок ебаный. Просто пиздец. Взаимно. Да, взаимно, взаимно. Че ебло-то потушил? На разборке ты сказал, что тебе Яша ничего не сказал. Но на его Демке он сказал тебе. Я лично не слышал. Ну, я Демки не знаю. Нет. Там... Демки нет. У меня Демки, Демки нет. Нет, у него и Демки нет. О, удивительное совпадение. Но я всегда есть. Спрашиваю по поводу того, что человек может доказать грубую свою невиновность. То, что он реально не слышал. Но у него Демки всегда есть. Так что мне кажется, что он просто, скажем так, врет. Пиздит. Я это понял еще, когда я на жалобу на него подал, и админ закрыл ее сразу. Он же там ходил, Демку показывал, у него на все была Демка. Ты что? А тут нету вдруг. Логично, что с его подачки он также будет меня выталкивать с гринзона. Гринзона, да. Так у него все равно демки нет на то, что он это вот не смотри, делал. Вот, пожалуйста. Он хотел демку, блять, окей, мне не сложно. Кого я провоцировал? Опять я он заказ. Дурака включает. Ну господи, сколько можно. Ассасина. Уже? Я заказал просто его. Да, просто 6 раз заказал одного и того же чела, потому что обиделся. Даже хуя, ассасин трагедия. Сам действовал. Да, да, да. Я его не просил. Не разборка просил? Закрыта. Не согласен, на форум в раздел жалоб. Ты же говорил, что стой. Сейчас еще пойдешь, еще сделаешь заказ. Было такое, нет? У меня его есть ОСК поведения Х3. Я посмотрел демку всех разборок. Я у вас у обоих насчитал по 2. Тут на разборке, он меня типнул. Слушай, ты понимаешь, что если мне даже там что-то выдадут какой-то день, мне его просто снимут потом и все, когда понадобится. Мне похуй, чел. Ну так зачем ты тогда за это так очень сильно трясешься? Похуй, чел. Че ты тогда тут сидишь? То тогда молча впитываешь, жди бана своего. Иди нахуй отсюда. Иди на другие серверы играй. Да без тебя, сопливого, без тебя разберусь, что мне было. Делать тут. Да, без тебя тут норм было. Похуй вообще, норм было без меня. Приперся, блять. Да, приперся, представляешь, могу себе позволить. Хуесос, думал то, что чела на випке задрочит, чтобы с сервака ливнул. А, нихуя. Тебя, что ты...
Да, да, и они правы оказались, да? Рассказывает нам, блядь, кто что говорил, пиздец, как будто мне не похуй. Свои же нарушения вырезаешь. Какие, интересно? В прошлом видосе. Прошлый видос нарезка со стрима, ебанутый. Ты контуженный, блядь, какие там у меня нарушения, блядь. Наверни говна, блядь, все уже, это неинтересно даже слушать. Спасибо тебе. Ну и тебя получается. Да. Но на этом мои приключения, конечно же, не заканчиваются, и я решил зайти на следующий день, чтобы посмотреть, как ведут себя игроки ближе к ночи. Но вы просто посмотрите, какой милашный игрок на мэре мне сегодня попался. Правда, он потом отлетел на неделю за то, что приказывал полицейским расстреливать гражданских из-за военного положения просто так. Вы все. Так, я не пойму, это он озвучил? Наш мать сбил. Наш мать сбил. К стене встань, раз. К стене встань, два. К стене встань, три. Ты чё? Ты чё? Причина? К стене раз. К стене два. С причиной, без причины не встань. Блин, какой ты нудный. Не двигайся. Двинешься, расстреляю. Оскорбление госсотрудников. Фри арест! Далее я решаю попытать удачи и подать заявку на мэра. Чтобы выиграть в голосовании, мне придется сделать какую-то предвыборную кампанию. Я решил особо не заморачиваться и просто написал, что стану лучшим мэром, да и тем более ник у меня достаточно говорящий. У меня даже говорящий ник, понимаете? Отвечаю! Ноль человек вообще проголосовало. Ну и конечно же не обошлось без озлобленных конкурентов 10 Years Old, которые не выиграли на выборах. Мэр, чмо тупой, я тебе в рот стал. Я хочу получить лицензию на бизнес. Я пока застраиваюсь, ребят. А ты хули был такой? Маньяк. Для справки, маньяк здесь не может убивать в общественных местах. Ну, я думаю, объяснять не нужно, то что мэрия это общественное место. Да стой на месте. Стой на месте. Ты чё, дебил, нахер ты его тыпнул? Нахер ты его тыпнул? Закрой ебало, ты чё? Ты как со мной общаешься? Так как ты заслуживаешь, блядь. Распрись меня нахуй, ты чё делаешь? 5 минут. У тебя 5 минут мута. 5 минут мута, ты пидорас туп. Ага, окей. Берем вот так вот делаем. Где этот Леон? За ННРП он улетает у нас на 10 минут. А Леон чё, ливнул? Steam ID. ННРП. Потом лив. Бан один день. В минутах надо. Теперь следующий. Что он сделал? Помеха. Получается, админобус, помеха разборкам, 2 часа. Это мой. Отдай. Отдай, блядь. Блядь, ну что, я же в РП был. Что? Да там не было никакого РП процесса, у тебя админобус, а также помеха разборкам. Какой? Какой? Какая помеха разборкам? Ты его с РП забрал, у тебя админобус. Я не помешал его РП. Он нарушил РП правила, но на РП... Помешал, я его арестовывал. У тебя админобус. За что ты его арестовал? За нарушение правил сервера бан полагается, а не арест. Так, я тебе сейчас еще раз повторяю. Или ты меня сейчас отпускаешь, или же я тебя баню сейчас за админобус. Пиши жалобу на форум дальше. Блин, ну не надо банить, ну пожалуйста. Даю 10 секунд на раздумье, да? Ой, блин. Быстрее, пожалуйста, у меня времени нет. Что времени нет? Ты понимаешь, что если ты сейчас мне бан выдашь, у тебя будет уже второй админобус? Нет, послушай. Что послушай, хуесос? Как тебе, ты скрипач? Что, да, ты скрипач, как? Блядь? Скрипач, хуесос, да? Контуженный. Закрой ебало свое. Успокойся. Успокойся, иначе что будет? Ты заплатишь мне еще один выбор дашь? Успокойся. Смотри. Я тебе сейчас выбор даю. Банишь себя на сутки за админобус. Я его арестовал. Да мне похуй, что ты делал? Ты тупой кусок говна, блядь. Послушай, что я тебе говорю сначала, прежде чем какую-то свою хуйню гнать. Да, врываясь в твою разборку, тебя кто, блядь, просил, как ты, сука, разговаривать начал, кусок хуйни. Безмозглое, блядь, уебище. Пиздец просто, блядь.
возомнил из себя не весь что, охуеть. Закрой ебало свое и сиди впитывай, блять. Я забрал чела, который, сука, правила нарушил, но НРП. Ему никто не давал права за маньяка в общественных местах убивать. Если ты, сука, конвейерный долбоеб этого не понимаешь, ты правила, может, не читал, то за это не арест полагается, а бан, потому что это уже не РП процесс, это хуйня какая-то. И после этого я его забираю сюда, в админзону, и сюда прилетаешь ты, хотя здесь тебя никто, блядь, не ждет, тебя сюда вообще никто не звал. И ладно, если бы ты просто бы тэпнулся выяснить, что происходит, ты начал, сука, с оскорблений, кусок хуеты. И поэтому, сука, не удивляйся, что я с тобой сейчас так разговариваю. Ты у меня спросил, как я с тобой разговариваю, так как ты, блядь, заслуживаешь. И теперь у тебя выбор стоит. И либо ты себе сейчас сам выдаешь админобус и помеху разборкам, либо я захожу уже с наборной администрации, выдаю тебе еще больше срок и плюсую сюда отказ от выдачи наказания. Выбирай, у тебя 10 секунд. У меня нет никаких нарушений. Я тебе еще раз... Ладно, ты тупой, видимо, я перезахожу. Не перебивай меня, не перебивай меня. Да? Я помех разборкам, понимаешь? Я помех разборкам. Ты сейчас себя неадекватно ведешь, хорошо, да, может быть, если я неадекватно вел, хорошо. Не тебе, сука, учет вести, кто себя адекватно, а кто неадекватно ведет. Если бы тэпнулся просто поговорить нормально, без оскорблений, я бы с тобой нормально, конечно же, разговаривал. Теперь, блядь, все, не хочешь выдавать по-хорошему, 10 секунд прошло. Если ты тут сидишь, пиздишь, демагогию разводишь, типа 10 секунд даешь, я этого делать не буду. Успокойся, блядь, закрой свой рот, ты заебал меня уже. Иначе что ты, блядь, заплачешь, нахуй? Ты че, сука, серьезно, блядь? Ты же в игре, ты, сука, что ты пытаешься доказать, блядь, говоря в монитор, ты с монитором разговариваешь, поехавший кусок хуеты. А ты с кем разговариваешь? Я с долбоебом разговариваю, мне этого достаточно, я перезахожу. Рассказывай. Перезахожу, ливнешь нахуй отсюда, я сейчас твой Steam ID-шник копирую. Если ливнешь, я тебе еще и залив вкину, давай, удачи. Я тебе сейчас админобузы выдам. Как будто мне не похуй, блядь, что ты мне выдашь. Долбоеб. В итоге к тебе какое-то чучело залетает на жалобу, забирает его, берет, арестовывает его прямо на жалобе, блядь. И потом тебе же это ебаное чучело рассказывает, кто ты и что ты, начиная с оскорблений. Ну тэпнись ты нормально, скажи, что у тебя был РП-процесс, я тебе объясню, что там уже не РП-процесс, это херня полная. Нет, он решил просто взять, блядь, и начать с оскорблений. Потом удивляется, что его обзывают. Ну, мозг есть у человека? Нет, я просто не понимаю. Сука, вы, блядь, в Dark RP вообще без мозгов играете. Не, я понимаю, здесь много ума не нужно, чтобы по правилам играть, но не настолько же. Ну это ж пиздец. Админобус, помеха, отказ от выдачи. Блядь, окей. Где я начал с оскорблений? Я спросил, нахер ты его тэпнул? А, то есть ты не оскорблял? Ну, я сказал один раз, дебил. Нахер ты его тэпнул? А, ну вот. И что думаешь, эту хуйню буду хавать? Да, будешь хавать. Нет, не буду. Ведь ты нарушил правила админа буза. Далеко, блядь, заблуждаешься. Что, ты меня банить будешь? Давай. Я жду все еще. Или все-таки ты понял свое нарушение и отпускаешь меня? А, нарушение. Ну, понятно. Да, у тебя нарушение, админа буза. Мозга нет, очевидно. Все. Пиздец. Чудо-юдо. Последний шанс. Минус 12 часов, если ты сделаешь все правильно. Я тебе задам один вопрос. Почему ты мне дашь отказ от выдачи себе наказания, если отказ от выдачи себе наказания дается только через форум? А смысл? Ладно. Смысл? Я пойду сейчас напишу коммунити из админов наборных, они дадут разрешение. Или же я просто потом об этом напишу слайд. Все, хорошо, давай дальше. Ну, я тебе предлагаю. Нет, админобус ты себе сам выдаешь. Что ты хотел сказать? С помехой, которую ты сделал. Либо я тебе добавляю отказ к этому всему сам. И прямо сейчас уже баню. Нет. Делай, что хочешь. Я у себя нарушений никаких не вижу. Все, ясно. Тогда ждем тебя у окулиста. Нарушения. Удачи. Привет. Как работает? Да нормально. Вот сейчас чел какой-то попался слишком буйный. Что там было? Да, на самом деле ничего необычного. Я мэром стал, получается... Пошел в мэрию, со мной заходит маньяк, и мэрия аж общественное место, он меня там убивает. По правилам этого делать нельзя, и это уже не считается таким РП-процессом. Ну да. Да. Я его тэпаю в админзону, он уже в наручниках, но а что там за РП-процесс? Это по факту уже не нарушение правил города даже, а нарушение сервера правил.
Он ломает РП-процесс тем, что он нарушает свои правила дозволенные. Я его депаю, чтобы выдать ему просто нон-РП 10 минут. Вроде бы там за это 10 минут полагается. Депается ко мне полицейский. 10 минут. Да-да-да. Депается ко мне в этот же момент полицейский, который его, видимо, заковал в наручники. Он начал с оскорблений, типа, что ты за херню там творишь, дебил или что-то такое. И я как бы, ну, я не хочу эту хуйню хавать. Я начинаю ему тоже в ответ накидывать. И он берет мне, дает мут, потому что это типа я его якобы первый начал оскорблять. За оскорбительное поведение он мне выписывает мут. И берет прямо на жалобе у меня чела, нарушителя, которого я нашел, берет его, арестит и спокойненько ливает дальше в РП. Я беру себе мут, снимаю. Чела, получается, я наказываю за нон-РП и лиф уже, потому что он к этому моменту ливнул, потому что мне помешал челик. Я даю ему сутки и 10 минут. И депаю как раз этого. Так, если он вернулся с жалобы в РП, лиф с разборок выдать. А так у меня вот в том-то и дело, что с ним никаких разборок не было. Лиф с сервака с нарушением получил этот маньяк. А этот же по факту к разборкам не относится, да. Вот. Я его депаю сюда обратно. Объясняю ему, вот так-то, так-то. У тебя выходит админобус, потому что ты мне зачем-то мут еще выдал, хотя ты сам с оскорбления на. И также у тебя помеха разборкам чужим, к которым ты вообще не относишься. Ему на это все равно. Он говорит, что у него тут нету нарушения. Я говорю, ну, давай так. Нормальный один вариант такой. Он мне сначала начинает угрожать. То есть не я ему предложение делаю, ничего. Он мне начинает говорить, вот, давай ты меня сейчас либо отпускаешь, либо я тебе выписываю еще и админобус. У тебя 10 секунд на это. Я ему даю ответное предложение, чтобы он сам себе выдал админобус и помеху разборкам, которые он заработал в себе. И еще это как раз-таки не обойдется еще дополнительными 12 часами за отказ от выдачи. То есть отказа не будет, если он сам себе выдаст. Ему на это все равно. Я говорю, ну, хорошо. Раз все равно, я зайду с наборной админки и выдам тебе сам наказание за все эти нарушения. Плюс еще за отказ от выдачи. 38 часов вышло у него. В общем, как-то так. Туда его. Ну, в принципе, да, туда его. Стал мэром. Вот я прожил на мэре буквально... Блядь, сколько я прожил на мэре? Ну, это ж просто пиздец, ребята.